Привет! Еще раз всем привет! Всем привет! Ну что, девочки, всем привет! С вами поздоровался мой помощник. Сегодня снимаю шестую часть. Будь здоров! Сегодня Спасибо. Снимаю шестую часть видео про свою коллекцию косметики. Давайте немножко. Будь здоров! Вот так вот сделаем, чтобы Спасибо. Покрасивше было. Ну и давайте начнем с палеточки от марки Ruby Rose. Она называется Be Velvet. Номер у нее 9915. Здесь есть небольшое зеркальце и вот такие вот оттенки. Это база под тени. И сами оттеночки. Давайте посвотчим. А это что это? Я, наверное, буду... Ну, хотя вот так буду свочить. О, попить! Честно говоря, эти палетки заказывала на сайте Marafet Shop. Еще ими макияж не делала. Я одну такую палетку дарила своей тете. И ей эта палетка понравилась. Она с большим удовольствием красится. Вот. Сейчас будем прощаться. Нет, Денис, попрощаться мы пока не будем. Палетка достаточно самостоятельная, то есть здесь есть как шиммерные, так и матовые оттенки. Можно одной палеткой спокойно, в общем-то, накраситься. Дальше. Сынок, ну ты видишь, я видео снимаю, малыш. Мама. Палетка достаточно неплохо пигментированная. Да, она сыпется, если много набрать продукта. Вы можете это видеть. А оттенки достаточно такие. То есть можно и спокойный макияж сделать, и яркий макияж сделать. И какой-то цветной акцент добавить на века. Ну, то есть... Я бы сказала, что палитра, в принципе, не скучная. Что? Это папа там сидит. Девочки, диазинок плохо набирается, светлый. Но передача... Оттенков хорошая. Кто пользовался вот такими вот? Денис. Палеточками напишите, пожалуйста. Понравились ли они вам или нет? Вот, я эти палетки себе захотела. И заказала все, которые были на сайте. Сейчас у них появились новинки. И может быть, если будет такая возможность или желание, я обязательно себе закажу и новиночки. Такая палетка. Следующая палетка, которая... У меня есть, это от Angelique World. Это такая дешевая палетка, номера у нее нету, был номер на коробочке. В общем, здесь вот такая вот сине-сиреневая палитра. Здесь есть еще пудра, но это не, я не назову это просто пудрой, и два оттенка белый и черный.
Давайте сделаем сводч, по крайней мере попытаюсь вам их сделать. На самом деле тени отлично пигментированы. Они прямо сыпятся. Оттенки. У них отличная пигментация, несмотря на то, что они самого дешевого сегмента. Сынок! Что? Не надо так делать. Здесь еще на пальцах остается вот такие вот оттенки на руке. Так, следующие оттенки давайте посмотрим. Если мне удастся израсходовать в этом году побольше теней, то я эту палетку, возможно, возьму в проект Project Pen на следующий год, если мне хорошо удастся поработать с теми тенями, которые я взяла в этот Project Pen. Вот. Так, что пальцы не ототрешь. Так, и последний ярус. Девочки, я не буду сводить нижние оттенки, черный и белый, и пудру, но это не пудра, это можно использовать как бронзер какой-то, как скульптор, не знаю. Вообще, вот такая вот малышка. В принципе, палетка в целом красивая. Но для меня она, конечно же, летняя больше, чем сейчас зимняя. Сыпется, конечно, она безбожно. Такие вот оттенки. Ну и давайте посмотрим палеточку Sleek. Сейчас, девочки, я сразу возьму салфеточку, чтобы руки вытирать. Значит, палетка Sleek в номере 594 Original. Да, еще бы ее открыть, и было бы... Ой, вообще замечательно. Вот такая вот палетка. Здесь тоже присутствуют как розовые, голубые, сиреневые, зеленые тона. Одно время YouTube просто пищал от этих палеток сликовских. Чуть ли не каждую новую палетку скупали, с таким восхищением расхваливали эту палетку. Но нету, вернее, вообще палетки от Sleek. Но у меня как такого ажиотажа по этим палеткам нет. Да, пигментация хорошая, но не у всех палеток она такая хорошая. То есть... У меня есть палетка, где оттенки просто замыливаются. Я себе единственную хочу палетку из этой серии, вот из Sleek. Это в зеленых оттенках, по-моему, Garden of Eden. Как-то так, по-моему, называется палетка. Она в таких зеленых оттенках, вот я ее хочу. И как-то особого желания покупать палетки Sleek у меня нету. Ну, как бы цена просто завышена. На эти палетки сейчас, извините меня, фору этим палеткам дают те же самые Makeup Revolution, те же самые палетки, я не знаю, там, с какого-то китайского сайта, да, будем говорить так, с
Essence Catrice, но и другие марки. То есть Sleek не как бы уже не в таком в приоритете, что ли, как это было раньше. Такие вот оттенки. Ну и давайте вам покажу, наверное, еще одну палеточку. Это будет вот такая палеточка марка Lavelle. У меня в номере 03. Скрипучая такая вся. Как-то многие девочки покупали, я долго думала, надо мне, не надо мне. Но решила, что а почему бы и не попробовать. В принципе, эту палетку, тем более, стоит она. Я не помню, в районе скольки, но, по-моему, до 100 рублей мне эта палетка досталась, или там что-то 100 с чем-то. Была распродажа на сайте Озон. Насколько я сейчас это помню. Я так подумала, говорю, блин, а почему бы такие деньги, в принципе, себе палетку и не заказать, как бы. Тоже тени сыпятся. Такие вот оттенки. В общем, вот такие вот палетки. Первые пошли у меня в ход. И я сейчас схожу, помою руку. И посмотрим палетки дальше. Так, следующая палеточка будет тоже марка Анжелика Волк. Волк? В четвертом оттенке. Да не Волк, а Волк. Она полностью не открывается, но здесь красивые оттенки. То есть этой палеткой мне работать удобно. Оттенки? Дениса, помолчи, пожалуйста, сынок. Ты мне мешаешь. Мне с ней работать очень комфортно и удобно. Я с ней уже работала. И мне эта палетка понравилась. Она практически не осыпается, позволяет себя наслаивать. Готово? Денис, что? Положи палетку. Оттенки достаточно спокойные, то есть с ними можно сделать спокойный макияж. Но, конечно, если вам нужно что-то такое более праздничное, можно вот эти вот оттенки темные наслоить, и будет вам такой выход в свет. Хорошая палеточка, хорошие оттенки. Меня палетка это полностью устроила. По оттенкам, по цветовой гамме. Следующая палетка это марка Мария Кан. 4D, 12 цветов, оттенки 0,1. Полностью открывающиеся зеркало, такие вот оттенки. Меня, конечно, привлек сам дизайн рефилов. Необычно. И хорошо набираются оттенки. Оттенки? Хорошо. Что делаешь? Давайте вот здесь, что ли, вам нарисую. На YouTube снимаю. Я не помню, сколько эта палетка стоила. Она у нас продавалась в магазинчике в нашем, около дома. Есть у нас такая там небольшой косметический отдел с с декоративной косметикой. И вот эти палеточки там продавались. Ну, и я... В общем-то, недолго думала, решила, что дай-ка попробую. Вот. И скупила себе в итоге несколько таких палеток. Они оставались как раз-таки последними.
И я с большим, как сказать, в общем-то, с удовольствием теперь... Они у меня лежат в коллекции, но пока как-то не пользуюсь, руки не дошли. Думаю, что дойдут. Песенку пели? Пели. Да. Вот такая вот палетка. Достаточно темная. То есть с ней светлых макияжей особо не сделаешь. Только если сильно оттенки не наслаивать, то тогда да. Симпатичная палеточка. Следующая палетка от Divash называется Violet. Тоже мне понравилась цветовая гамма, но вот это вот как-то у меня замыливается. Я его, девочки, набирать не буду, он потому что не набирается вообще. Только если вот я сейчас попробую снять вот этот вот слой верхний, который замыленный. Мам, а вот шукарный штыл нет. Сейчас, девочки, секунду. Только может быть как-то так. Да, здесь надо было снимать просто замыленный слой, но он опять замыливается. К сожалению. Давайте вот здесь вот буду сворачивать оттенки. Вот здесь четвертый, вот этот оттенок, он замыливается. И что пятый. Делаешь? Такие вот оттенки. Что делаешь? Тень уж видео снимает, сынок. А, это видео снимаешь? Так. Значит... Следующая палетка Ruby Rose, называется Bestylish, в номере 9918. Здесь уже такая гамма. Ну и давайте будем свотчить оттенки. Я смотрела прекрасную Елену, которая показывала как-то эту палетку, по-моему, в косметичке и у себя в, так скажем, в коллекции косметики. И, в принципе, тоже палетку хвалила. Вот такие оттенки. То есть здесь даже светлые оттенки, отлично пигментированные. Понравилось? Понравилось. Так, 3, 4. Раз. Сынок, ну не мешай, пожалуйста. Сына! Ты мешаешь, Денис? Нет. Не нет, а да? Нет. По оттенкам палетка мне нравится. Что первая, что вторая, что третья палетка. Ну, как бы я ими осталась довольна. Что это на глазах и как это на глазах, я пока не знаю. Я пока не пробовала. Сынок, иди покушай, малыш. Сейчас съем. Так. И последний ряд оттенков. Да. Сынок,
так, ну не мешай мне, пожалуйста, ты отвлекаешь меня, малыш. А то не меня. Иди поиграй. То не меня. Такая палетка. Подожди, Денис, подожди. Куда же я тебя буду лепить-то? А? Ну, это уже такие темные оттенки. В общем, вот такие вот палетки. Так, девочки, предпоследняя палетка, тоже маркер Берос, называется Бисвит, в номере 99-23. Вот такая вот палеточка, давайте тоже ее посвочим. Давай. Я не помню по ценам, сколько эти палетки стоили, но что-то недорого они. Стоили, пигментация у них хорошая, то есть набираются они хорошо. Ну, по крайней мере, вот на Swatch набираются они хорошо. Что? Старика. Не старика, а снеговика, Денис. Я сам. Да чего ты сам? Я же Swatch делал. А можно открывать? Нет. Не хочешь? Нет. Так, нет. Тут вот еще есть один оттенок, который замыливается. И плохо набирается. Набирается? Но я его смогла все-таки раскрывать и набрать тот оттенок. Палетка будет сыпучая, поэтому сначала делаем макияж глаз, а потом уже делаем макияж лица, потому что потом придется палетку лица стряхивать. Но не палетку, а оттенки. Это говоря. Что это такое? На Эксус. Так. Эксус. Эксус. Но, девочки, последнюю палетку, я не знаю, буду ли я вам свочить или нет, потому что рефилы очень неудобные. Пальчики хоть у меня маленькие, но они у меня в рефилы не лезут. Что это делаешь? Как это ни странно. Вот, поэтому я не знаю, буду ли я делать в последней палетке Swatch'и. Ой, залезла на... Ой. Наляпала. Так, и последние два. Последние два? Оттеночка в этой палетке. Можно закрывать? Я сам. Давайте вот здесь вот я начерчу. Да? Такая вот палетка. Ну и давайте покажу вам последнюю палетку. Это тоже марка Ruby Rose. Такая вот она. Ой, вся покоцанная, номер 2 у нее, 9220. Это палетка, которую я заказывала с сайта Marafet Shop. Вот такая вот палетка. Я не знаю, залезу ли я пальчиками в рефилы.
Давайте хотя бы несколько попробуем вам показать. Сынок! Что? Так, ну вот один, тут оттенок у меня никак. Что делаешь? Пытаюсь Денис сделать свой. В общем, девочки, вот что смогла набрать, то переношу, потому что рифлечики узкие, маленькие, пальцы еле пролезают. И, кстати говоря, я планировала взять в этот проект, в Project Pen на 20-й год, но я про нее благополучно забыла. Последний. И взяла другую палетку. Палетку? Да. Палетку, да. Не люблю я. Да. Сынок, ну перестань. В общем, девочки, я не буду ковыряться особо. Вот так вот вам покажу несколько оттеночков. Потому что мы сейчас с вами будем сидеть до утра. Я спущу плащ. Такие вот оттенки в этой палетке. Сигарет. Вот такая палетка. Я бы с удовольствием сделала вам все эти оттенки, но так как палетка неудобная, я не могу. У меня пальцы просто туда не прилезают. Итак, заканчиваю на этом с вами шестую часть моего видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в седьмой части видео про коллекцию моих теней. Всем спасибо и всем... Всем пока! Всем пока-пока!